давай будем рамки Вадика делать. И сегодня будем рамки Вадиком делать. Правильно, ты сегодня с Вадиком будешь рамочки делать. А мы напоминаем, что с вами Кирюша и Вадик. Сегодня мы будем делать гипсовые рамочки из набора. Это рамочки приключения и путешествия от фирмы Рено Креатив. Давай, Кирюша, открывай. Все, ты уже открыл. Давай. Ой, давай, аккуратненько. Ой, смотри, что сколько. Ой, смотри, гипс. А это что-то такое? Это красочки и кисточка. А кисточку я, наверное, потом себе заберу. Так, давай картонку выкинем. Так, смотри, вот формочки наши. Так, наши красочки белые, желтые, синие. Только здесь фиолетовые почему-то нарисованы, но они. Красные, черные, зеленые. Ага. Ну, вроде бы все на месте. Тут еще показывают, как цвета смешивать. Вот, инструкция наша. Я сработаю. А, вот, смотрите, нам инструкцию тут и на русском, и на украинском. А, давай уже на русском возьмем. Так, начало. Ну, что надо сделать? Застели клеенкой поверхность стола, чтобы не испачкать. Ну, нам это не страшно. Приготовь пластиковый стаканчик или другую одноразовую емкость. Сейчас. Вот наша посудина. Застелей спать. Я буду насыпать. Ты будешь насыпать? Да. Нет, давай я. Ты одна. Ладно, ладно, ты давай. Давай открою. Давай мне открой. Вау! Да. Ложечки набирай туда. А, вот это. Да. Вот. Давай. Это. Ну, сейчас рассыпну. Давай, Кирюша, я уже. Ну, будем считать, одна ложка уже точно есть. Всякие, давай быстренько я наберу. Все, хватит, хватит, Кирюш. Ну, хватит муки. Это не мука, Кирюш, это гипс. Мука и тортика надо делать. Вторая ложка. Спасибо, да, тортик. Третья. Получилось это где-то. Это пол. Четвертая. А, пока что 4 ложки, не думаю, хватит. Помет. Так, 50 миллиграмм на каждую ложечку. Так, у нас 4 ложки. Давай 200 миллиграмм отолью. Ну вот. Дай. Водички немного не хватило. Так, вот еще водичка. Так, я уж наливаю, только аккуратненько. Опа. Ой, что-то пузырьки пошли. Перемешать, только аккуратненько, потихоньку. Вот. Что не очень-то на гипс похоже. Ой, разлил. Это. У нас вышла ошибочка. Надо добавить еще гипс. Подожди, Кирюш. Еще 12 ложек. Один. Ну дай! Ну дай! Два. Ну дай! Дай! На. Все. Да, буду на ложечку набирать, а ты высыпай, да? Давай, наберу на ложечку. А, высыпай. Так, у нас 4 уже ложечки. Это можно уже высыпать. Я буду это пить. Давай. Ой. Сейчас на весь гипс рассыпешь. Полетаем. Подожди, Кирюш, еще не мешай. Мешал? Давай. Давай, Кирюш, насыпай.
Все. Больше, больше. Так, это у нас первая шестая ложка пошла. Тихо, стой, 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 Кирюша. Давай вот так не будешь набирать. Вот, стой. Высыпай. Высыпай. Ой, не высыпается. Ай. А нам еще 5 ложечек положить. Или хотя бы 4. 1. 2. 3. 5. О, и 5, думаю, тут получится еще. Ого. Кирюш, здесь гипса хватит папе на ремонт. О, у нас даже еще и осталось немного. Так, хорошо. Так, я должен перемешать эту кашу. Ката. Да, каша. По-другому ты не назовешь. Так хочет кату попробовать. Мы долго смешали, и получилось у нас выкрасить. Я хочу тазики мыть. Будешь, будешь, Кирюш. Помой тебе. Он заляпался уже, да? Ого. Мне кажется, нос уже слишком густая, Кирюш. Я гляды. Давай чуть дольем водички. Ты грязный, давай. Наш гипс начал застывать, поэтому действуем быстро и своеобразно. Но он начал застывать раньше времени. Вода нужна! Вода нужна! Мама, а какой мне краски? Пытаемся спасти ситуацию. У нас уже ложка гнется. Все. Что, мальчики, рамки закончились? Мама, а как? В общем, считайте, что у нас в конце все получилось. Может, у вас получится лучше. Вот что значит не дружить с математикой, а? Это кривая формочка раздолбачивает, это гипс туда надел. Ладно, всем пока! С вами был Кирюш и Вадик. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки! Смотрите каждое наше видео. А я тут дальше попытаюсь это делать.